Привет! Привет! Ну как? Отлично. Отлично? Машка ездила за рулем, ты ничего не заснял? Не, ничего не снимал. Ну что ты? Первый раз ребенок за рулем, и ты ничего не заснял. Первый, это не второй уже, на самом деле, за рулем. Ну заснять-то надо было. Как ты поездила? Хорошо будет ездить? Да. Прям хорошо ездила? Ну, она как бы сейчас, ну, первый раз нам как бы поехала вообще впервые, вот так, чтобы сама прям поехала, рулила. Очкова, Машка? А? Да. Очкова? Ну, понятно. И потом, Honda очень большая, на самом деле, машина. А вы на Honda ездили? Да. О, здесь, по двору подошли? Да. Маш, ну сейчас креветки будут. Я сейчас хочу поесть. Сейчас будут? А я не знаю. Когда? Ну, давай сейчас. Вы хотите сейчас, когда светло? Везде и... грили, все выставили грили. Да. У всех, через каждые ворота. Либо свалили, либо выстрелили грили. Да. Одна и та же картина, да. Американцы так празднуют День независимости. Мы 2 года назад были в Нью-Йорке. А я, кстати, наверное, может быть, сейчас делать, правда? Чего там ночью там сидеть? Пока светло, да? Пока малыши не спят. Ну, думаю, да. Ну, почему нет? Давайте. Лиза сейчас уедет. И мы наконец-таки наедините опять креветозу с Машей. Точно. Да, Лизок едет к друзьям, у них там сходняк какой-то по случаю Дня независимости. Ну расскажи хоть чуть-чуть. Это было страшно. Страшно? Да. Папа орал? Нет. Ну тогда что страшно-то? Самое страшное, когда папа орёт. Да нет, там ничего на него орёт, она нормально, спокойно, она все понимает. Она очень внимательно слушает то, что ей говорит, поэтому... Ну, какая умничка. Самое главное, что мы хотя бы, в отличие от Лизы, она начала с того, с чего правильно, сначала изучила все приборы. По крайней мере, она знает, какая стрелочка и какая кнопочка, что за что отвечает. Лиза сначала научилась ездить, а потом стала изучать по ходу приборы, по мере необходимости. Она не стала изучать приборы, она не знает. Ну, по мере необходимости, где кондиционерчик включить, где... Она не заморачивается, она каждый раз спрашивает, каждый раз ей объясняет, она не заморачивается этой информацией, она ей не нужна. Она ей не нужна, да, она не тратит на это время. Она у нас сразу к делу, да. Ну, Маш. Ну, в этот раз было полегче. Полегче? Я думала, когда Лиза меня продолжала поездить, я думала, что если я с папой одна буду меня орать, а ты оказалось, что Лиза меня больше орала. Да. Я поэтому орала с дороги, потому что у тебя это ухо, ты сейчас оденешься, я же в ее машине была. Ну, да. Она орала на меня всю дорогу, действительно я орала из этого. Ну да, это не так, нервозненько. С Лизочком, с ночью. Ну, папа тоже, честно говоря, с папой. Не, мы ну, спокойно. Папа вообще спокойно. Научил ездить сначала на велосипедах, потом на машины. Поэтому ничего это, у меня Лиза нормально. Я на Лизу, если ору, я ору только на нее тогда, когда она не реагирует на замечание. А она всегда не реагирует? Нет, она поначалу... Поначалу она реагировала, потом, то есть, когда я сейчас говорю, что я 10 раз уже сказал, вот мы не обратно с аэропорта, 10 раз я сказал, не превышай скорость, она все время гонит на скорости. Ну да, мы тогда были доленько, тогда я ехали с папой. Я прошу не, как бы, не добавлять музыку на полную мощь, она все равно добавляет. Угу. И при этом как бы, каждый раз одни и те же. Я, конечно, на эту тему напрягаюсь. Да, меня тоже это напрягает очень. Милку погулять надо, ребята, она давно не гуляла. Пока вы ездили, она не гуляла же. Ну я тебя поздравляю, Маш. Ты уже спокойненькая такая. Я подсонежничала много. Угу. Давайте. Ну что теперь? Они в sit-to-table хотят поехать. Да, поэтому мы все время сидим дома. Ну там сейчас не протолкнуться, не пропихнуться, тем более все закрыто. Открыт один sit-to-table на весь город. И сейчас там весь город. Ну потому что... Там сейчас нереально вообще. Детей не сдашь в детскую, машину не поставишь. Вот оно нам надо. Давайте сейчас выйдем тогда. Куда выйдем? Ситутейбл. Так я же тебе говорю, там сейчас ни машину не поставить, ничего. Да, вот именно, там с 3 часов уже, скорее всего, уже машину не поставить. Там же всегда, у тебя моешь плетки, я его еще не помыла. Папа, у тебя прям. Я же когда Катя, ты танцуешь? Стесняшки. Погуляйте собаку. Да, а? Гуля пойдем? Она помогла. С тетей. Ты мой зайчик. Про зверюшек смотришь, да? Смотри, что... Ты здесь, мой мальчик. Куда ты пошел? Уйдете пошел.
Что? Сейчас. Ну ты не шевелись. Ой! Мася, ты куда пошел? Так, погуляли нашу звезду. Не хочет с ручек уходить. Я говорю, давай выходи сюда, а он не хочет выходить. Не хочет. Обычно чуть наклонишься, он прыгает. Ручной. Какая же ты кошка, ты позор кошки. Не кошки, ты котопёс. Хороший такой. Мося, ты такой красивый. Это любовь. Сейчас укусит, ага. Такой сладкий растекся так. Весь прям растекся по папе. Маша не дает папу кусать. Можешь сама лук сразу, да, лапами. Мося. Все. Да. Ой. Вот она, еще одна. Зверюги наши. Ой. Посмотри, а. Вот это. Мочечку. Как мы зовут, так и папа. Ой, мой зайчик. Ему нужно оранжевое. Да, да, я его... Сейчас я доделаю видео. Наше все чисто. Когда сейчас? Не, сейчас не надо. Не сейчас? Его сейчас пойдем сейчас креветки жарить? Не надо Милаша топить кота на праздник четвертого. Ну ладно, в честь праздника не буду его сегодня мыть. Завтра помою. Милаша такой, мою щёчку, ты такая лошадь стала, капец просто. Не хочет. Обычно кошки так раз, они сразу уходят, они не любят нам когда лошадь. Ну не все. Британцы у нас были вообще полудикие. Да. Да? Сейчас не на руки взять, ничего. Погладить. Медведь, помесь медведя и ленивца. Это да. Это мой медведь. Добрюшка, как это, посмотри, медведь. Вот так, к маме обернись, вот так вот. Вот так, к маме обернись. Мы тебя покажем. Вот так. И страшный, и собаки, кузаки. Овчарка. Уже стоят почти овчарка. Мы овчарки. Давай обниматься. Это часа на полтора сейчас. Где мой Мася? Срать посмотрела. Мой вообще не растет. Растет? Ты что? Я сегодня только фотки смотрела, какой он был маленький. Ну, я его привезли, да, но сейчас он вырос, остановился. Ну, сейчас только шерстью стал покрываться, кучерявой своей. Как тряпочка, да, Маш? Да. Тряпочка такую берешь, махровую. Не такая вот тряпочка, как да, наши тачки да, протирают. Да, такая, которая бархатная, такая вельветовая. Господи, что вы бросаете там? А, медведи свои. Эй, мать! Собирается. А что ты у меня взяла опять? Я свою. Так, ну что, пойдемте? У меня все? Пойдемте. Так, Лёва у нас будет кушать бургер. Мы достали котлету. Она морду все время вытирает. Вот ее долбанул? Кто её долбал? Все время лапа вот так. Бургер, у нас нет булок, поэтому бургер будет на бейгл. А его накормите, ребенка покормите тоже пока. Ну куда еще, даже семьи нету, ну куда? На 8 мы вообще кормим. Конечно, зачем? Мейсон! Ты выбросила, да? Так, друзья, нам пришлось выбросить мою помидорку. Ее больше нет с нами. Какой мудрец вообще крестов поставить? Там чего только в ней не завелось, короче. Зачем вообще на стол ставятся цветы? А какая разница? Ну они стоят так красиво около больших, зачем ставить на стол? Ну понятно. Не, ну на столе тоже, чтобы так что-то стояло. В общем, это все сейчас помоем уже.
Так, а мы будем креветки. Так, мы креветки, а и вино. И вино. А, Мила, что утащила, а? Так, за детьми сейчас быстренько убираю игрушки, потому что мы сейчас будем уже все на балконе сидеть. И когда уже посидим, уже будет вечер, уже будем спать, укладывать детей. Что ты взяла? М? Помощница мне помогает. Так, вроде все, нет, не все. Тихо. Мила, не надо меня облизывать. Так, все, пойдем, Мила. Ладно тебе. Маша хочет, чтобы Лиза от нас съехала побыстрее. Так, покормила кота. Мила. Где Маша? Где Маша? Где? Ваня. Пойдем со мной. Пойдем. Маш! Пойдем? Так, Лиза сваливает. Значит, она и мусор увезет. Нет, она еще не уехала, она еще дома. Сейчас увезет мусор. Надо. Вов, постелишь, а? Ладно, я сама. Лизуня, мусор. По случаю твоего ухода мусор. Поняла? Маш, ну ты где там? Так, вино. Ой, а бокал взяли, что ли, уже? Окей. Так, у нас тут креветочки замариновались. Папа делает Лизуку бургер. Он не ест креветки. Не идете? Кать! Вау, как красиво. Катюш, у тебя батарейка там села. Катя, дверь. Очень жарко там. Закрывайте здесь, дверь, пожалуйста. Закрыли. Так, нога остынет сейчас, подожди. Закройте дверь, очень горячая. Закрыто, закрыто. Закрыто, Лен. Избавились от Кати. Ну, от нее еще можно избавиться. А Лавруш придет сейчас, да, мало не покажется. Сейчас придет, не волнуйся. Креветочки. Вообще их лучше выкладывать на самом деле на холодный гриль, а потом подогревать. Потому что они сейчас, ну, они сейчас будут мгновенно с одной стороны красные. Ну, перевернешь и сразу снимем. Красивые такие. Чесночком сейчас, да? Чесночком, ага. Ты чесночок добавлял, который в соли? Да. И все, да? Mm. Дополнительно не добавлял, да, чеснок сухой? Нет. Да? Я видите, съехала. Я тоже. Че? Что? И что? Вот Маша ездила, да, здесь везде. И Левик ездил, да, тут везде. И Лиза ездила. Маша сегодня училась машину водить. Получается. Все-таки вот чеснок придает какой-то, может, да? Пока вина налить, да? Да, нальем. Чеснок придает какой-то сумасшедший запах. Налей, Маш, пожалуйста. А, пап, нельзя. Да? Без чеснока, мне кажется, вообще будет не то. Вот такой прям вкус он дает. Я вообще обожаю чеснок. Я бы везде его добавляла. Да ты его везде и добавляешь. А я и добавляю, да. Я люблю. Ну, ты что же любишь, что-то? Я люблю, да. Угу. Так, я хотела еще показать, что у нас тут на улочке. Слушай, так, она... ну немножко заполняется наше болото. Заметили, нет, народ? Нужно. Наполняется чуть-чуть болото наше. Болото уже, может, спит наполнилось. Ну, да. Так, вот это вот... Ну нет, еще не полностью. Лавруш, иди. Ну жарко здесь, жарко, Лаврик. Лавруш, тут жарко очень, иди скорее туда. Иди, тут зайчик, очень, иди, жарко, жарко, иди скорее, очень, видишь, как жарко. Ну что, как, ты пробовал? Мила? Милка там? Не очень, что? Булка не очень. Днем независимости. Да, Америки. Вот так. Случилось, что это стал теперь наш продукт. Поэтому да. Не могу сказать. Тебе нравится? Просто что-то ем. Да. Лотер, Лотер. Ой-ой-ой, тихо. Иди, пожалуйста, заходи, заходи туда. Заходи. Катя, не выходи, не выходи сюда, не выходи. Не пускаем детей. Что она так орёт? А самая маленькая курица вот эта орёт. А? Кутой бургер. Да? Нормально? Я же тебе, вот это вообще... хлеб... Да, даже я хлеб не чувствую, ничего, я просто ем что-то. Почему ты ничего не чувствуешь, ты ничего не понимаешь? Ты весь день об этом говоришь нам. Он вчера об этом только говорил. Что ты не чувствуешь? У тебя что, коронавирус? Костя, дядя мой, да вот. О, отлично. Молодец какой. Вот так, на ручки такая сразу. А, все пришли. Ты будешь заходить? Молодец.
Ой, Маша, Маша, осторожно, господи. Может, это отодвинуть? У Кати-то при чем? Кать, можно тебя что-то? Чего вы сюда приперлись? Собака, главное, ничего. Ты ко мне? Ой, они хотят уйти от нас. Лед, не трогай ручками, не надо. Лапуша, не трогай. Да не трогай ты мой лед. Не трогайте ничего. Все, на пол все сели, никуда не двигается ничего. Может, дайте... была неплохая идея вечером пожарить, когда дети спят. Если горох насыпать, пускай сядет на горошек. Так меньше пойдет еще. Вот так вот. Да, я понял, отлично. Отличный вечер. Да, будет? Я люблю, говорит, да. Ну хорошо, сейчас мы. Сейчас посмотрим, как ты это будешь. А то каждый раз пахнет вкусно. Ой, как вкусно пахнет. Будешь? Нет, не буду. И так на все. Оставьте моего кота. Ну иди возьми, Катя. Никто не пойдет за булочкой, вот тебе скажу. Мам. Что? У меня нету туалета. Мила. Мася, Лиза, она сейчас уедет. Возьми. А мне? Зачем? Ну дай, просто. Вода. Лавра, осторожно. Да. Оброс капец. Что у нас за мужики все обрастают? А, давайте вас побреем, как папа. Посмотрите, как папа бреется. А? Вас всех. Волосики. Давайте, Лаврош. Нет. Хорошо сидим, правда? Да. И Масик уже такой думает, бля, давай-то я обратно пойду. Иди, иди, малыш, иди. Коленочки у мамы заняты, да. Он не хочет, он хочет здесь, он обожает на балконе тусить. Ну что-то я смотрю, вот так сидит и смотрит туда. Ну потому что ему тут фигово, все занято. Кать, хватит. Мила, нельзя. В рот и потом выплевывает. Бесит, да, Маша? Не воды, я. Ну что, все? Как бы все? Все, готово, да? А теперь ура! Все, идем смотреть телевизор. Вперед, выходим. Пойдемте блогеров наших смотреть. Не... Давайте, побежали. Все побежали, 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 мы побежали, все побежали. Уходим. Мы все уходим, давайте. Давай, Лавр, давай. Давайте, 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 давайте. Да, давайте, эти креветки прям лучше. Давай, да такие же вон. Нет, не такие. Давай, ты попробуй, ты сейчас поймешь. Пока-пока. Вода там колонит. Открываем. Выпроводили. У нас Лиза не ушла случайно там втихаря, а без мусора. Все очень вкусно пахнет. Я не чувствую реально ничего. Его коронавирус, поздравляю. Был. Он уже выздоровел. Нет, видимо, сейчас уже. Я и так ничего не почувствовал вообще. Ну тогда он у вас у всех был. Вот когда вы все болели, значит он у вас у всех был. Поэтому я не заразилась ни от кого от вас в очередной раз. Идёт у меня что? Да нет, я сейчас просто пошутила. Лё, у девчонок же есть обоняние, да? У меня было оно всё. Я не боюсь смерти. Так все говорят. Пока она на пороге с косой не встала. Если надо, значит надо. Ну а что ты можешь сделать? Так, а можно я готова? Попью вина без этих разговоров? Да, и я тоже. Я можно? Сейчас всех повыгоняю, вам всем тут жарко сейчас. А можно, знаете, как сделать? Вот так вот убавить звук, наложить музычку, как я часто делаю, и хорошая такая идеальная семья. Я, ну, повырезать, конечно же, хмурые брови. Вообще шикарно. И идеальная семейка. Я так часто делаю, друзья. Если, вот знаете, если я убавляю звук и ставлю музыку, значит, там слушать не надо ничего. Счастливые разговоры, вот так кто-то тапком друг друга кинул, такой, а она просто замедляет и говорит. Мила, и так мои веки хана, я не знаю теперь, чем растения свои поливать. Они очищенные? Нет. А, не очищенные. Без панциря они вообще не вкусные. Ну давайте, кто маме сегодня чистит? Ну я, как обычно. Маш, промолчала так скромненько. Чем другим? Они прям другие. У них даже консистенция другая. Они приготовлены по-другому. Да голову. Нет, Лена, господи, просто попробуй, она другая. Они прямо, они... Это другие креветки? Да, это вот в Таргете самые вкусные. Я вот в прошлый раз дал, поели, потом мы Костовские взяли, думаю, что-то не то. Потом еще какие-то я взял, тоже не... Ну, так вот, Костовские те, просто они были приготовлены по-другому. Оба их там оставила, пошла собака гулять, и они переготовились говорю, просто. Я тебе еще раз говорю, вот эти креветки самые, вот мы недавно... В комнате. Да. В комнате? Окей.
Лев, присматривай периодически. Никуда. Не знаю, зачем я сказал вообще. Непонятно. О, смотрите, Лёва держит котика. Ой, ты мой сладкий, боже мой. Мойся, давай вы сюда. Ой, боже мой, может, ты видишь? Эту мордочку мою любимую. Он не хочет, он только что отсюда слинял, его опять. Иди сюда, мой сладкий. Ну, он говорит, да, бля, да. Вот так. Давай вы сюда. Мой малыш. Ой, давай. Ой, ты мой хороший. Сейчас креветку я, скажи, почувствую и все. Буду попрошайничать. Да, Мася? Будешь попрошайничать? Ну, знаешь, тебе еще готов почистить креветки. Ну, коту я не готов, чисти ему сама, понятно? Понятно. Мое солнышко. Я почищу тебе, если надо. Ну, вообще, вот матери, она не будет чистить. Вот так, сейчас я тебе сделаю. Ой, как удобненько, да, Лаврушка? Не то, что на маме жарко сидеть. Нет, потом не надо. Не надо. Сейчас я тебе сделаю, сейчас подожди. Ну хотя попробует, у нас Катя вообще ничего не пробует. Ешь, ешь. Я пересолю. Чуть-чуть, да. Вкусно? Так, Мейсон кушает, Мила пытается у него забрать. Он рычит на нее страшно. Ты не дал? Нет, не дал. Куда ты делал? Он на нее съел, зарычал. Да? Съел? Прям покажи, а? Прям сильно даже. Слушай, она отошла. Молодец, он съел, съел, да, прям, да, выполнил, да. Молодец. Животные понимают, когда кто-то рычит. Допустим, Мила, когда зарычала на кота, он сразу отошел. Да, сейчас он отошел, и он не лезет в ее тарелки, да. Пока она, ну, она отходит, тогда он лезет. И вот он сейчас на нее так зарычал сильно. Она отошла, подождала, когда он съест. Давай, я взяла. Надо же. И смотри, теперь просто облизывает пол, куда он, где он ел. Капец, она просто лежала и ждала, прикинь. Будет она клюет? Съел? Да, она соленая такая, со специями. Да, она прям даже не жует, она просто слезала, проглотила, даже не поняв вообще, что ей дали. А Масечка так жует. Гурман ты мой. Ей нужно краба целиком, да, чтобы она почувствовала. Это точно, прям целиком, да. Она просто проглатывает и все. Да, смотри, полетели муравьи. Спасибо. Только дали креветку, все. Полетели. Ваш. Держи. Спасибо. Господи, еле протиснули. Маша, ты помнишь, как мы 2 года назад были на 4 июля на День независимости в Нью-Йорке? Да. На Манхэттене. Мила, нельзя. Мила. Тихо, тихо, тихо. Мы гуляли вечером. Больше мы так не скоро. Была последняя легальная поездка. Ну, собаку с котом только сдавать. Ну, Мэйсону не надо сдавать, он дома поселит. Сколько? 2 недели? Какие 2 недели? То на 1 день, что ли, съесть? Охренеть, он посидит. Один день. Хо, хо, хо. Хотя ехать туда 2 дня. Мы же не можем одним трипом, да, туда просто раз за 18 часов доехать. Ну, как бы мы смогу, будем со стороны. Мы не сможем, да. Ну, да, в смысле, дети не смогут, да. Это было прям еще могут там поспать, тяжело. Как бы в машине. Мы когда ездили, это было очень тяжело, да. И тогда насладишься уже общением со зрителями и креветкой, отдай мне руку. Мне кажется. Мне кажется, мы нормально съездили, типа не было так тяжело. Ты же была малышам. Не помнишь? Не, помнишь? У меня даже много на камере осталось. Было тяжело с Лавриком, потому что у него реально... Да, с Лавриком всегда тяжело, господи. Лаврик, ему тяжело. Как у него палубка? Тогда мы не могли в кресло нормально посадить. Угу. И не только. А двое мы с Лизой сажали ребенка маленького. А Катя на горшке полдороги. Ну, не полдороги, Вашингтон там был. Ну, часа 2. Ужас вообще какой-то. Это просто, честно говоря, такой валидол был, друзья. Это просто капец. Мы тогда еще влог не вели. Так снимали для себя. По чуть-чуть. Для бабушек. Угу. Я еще была, куда протискалась. Точно. Был холодильник у нас посередине, да. Машка нам делала бутерброды в дороге. Вова был за рулем, да. Было классно. Мы тут с папой подумываем сделать какой-нибудь трип, например, до Чикаго. Ну, без расстояние никого. Тоже. В смысле, никого. Без никого? Все? Нет, все. Вова, тогда все. Еду только я вот так. Здрасте. Едем все. Едем все, все, Маша. Я уже увидел. Я буду все время скинуть видео. Приезжаем в Чикаго. Атланта. А сейчас... Будет классно, я думаю. Всей семьей будет классно. Да, Мася? Ну, мы тебя возьмем с собой. Купается. Мы возьмем Масю. Где Чикаго? 18 часов или 20 отсюда. Ну, какой он в стороне? Там в сторону Техаса или Нью-Йорка? Давай так, с севера. Не, не, не. То есть в сторону Нью-Йорка?
Нет, в другую сторону. В ту же сторону. Нет, ну какой в ту же, ты, Вов? Ну только левее, то есть, ну, ну там... север, я имею в виду, в ту же сторону абсолютно, просто имеется в виду, что если вот смотреть на карту, то если вот мы от Майами им прямо Нью-Йорк, то Чикаго да. будет вот здесь вот просто. А, ну нет. да, про- есть, проехать вот, абсолютно другие места, где-то побывать. И примерно на 500 миль меньше получается. Ну, короче, что вы думаете по этому поводу, девушка? Я не знаю, просто лето, сейчас... пока летом. Конечно, я хочу. Хочешь? Вообще прекрасно. Серьезно? Ты хочешь этот полет? Реально? Кто у нас будет я в этот очень момент хочу. Заниматься? С детьми будет легче гораздо, потому что мы, из-за того, что мы часто ездим, они более привыкли, потому что в прошлый раз в Нью-Йорк, они первый раз у них такая поездка была. Да какой первый, Маша? А, это как в прошлый раз, тогда мы спокойно поедем. Какой первый? Нет. Ты забыла перелет сюда? Первый, ну, блин. Это да, ну вот именно, это были вот ну потом еще год прошел, мы поехали в Нью-Йорк. Да, да, потом. Через год. А сейчас вот там мы все время ездим, они привыкли, они постарше, они более рассудительные как-то это. Да, теперь они все понимают, они говорят, да. нормально. Да. Теперь. Сколько надо до следующей остановки? 5 часов, да окей, не проблема. Ауруша говорит, я потерплю, ничего страшного, вы езжайте, я не буду вас отвлекать. Я прям так и вижу эту картину, как Лавруша нас не отвлекает. Да. Сколько там еще до Нью-Йорка? А, вот 231 миля. Это примерно со скоростью... 2,5 часа? Это 2,5 часа. Нормально, доеду. Давай, езжай, мать. Не, мне кажется, будет легче с ним, потому что им... Конечно. Можно их занять... Все будет совсем иначе. И можно занять... Мы до сюда доехать не можем. А про тампу я вообще молчу. Мама теперь вообще в тампу не ногой. Она говорит, а как мы ни оттуда за ехали? За что так? Вообще? Потому что реально. Кстати, с Наташей съездили, ты оттас был. Ощущение, что просто я уже готов был там остаться. Это был кошмарный кошмар вообще. Да что говорит, ну вот, два дня назад в Пунта-Горду ездили, я чуть с ума не сошла. Просто мы ехали на разных машинах, папа был на одной машине, я с детьми на другой. Это был оттас. Всего есть обратная сторона медали. Все хорошо, мы на аудиобизнес, он идет, но теперь это... Это проблем, ситуация, да. У нас каждый день поездки, да. Ну, пускай не каждый день. Но сегодня нет, у нас все машины поснимали, и мы отдыхаем. В праздники, да? Да. Да, у нас такая особенность, мы в праздники реально отдыхаем. У нас теперь машина лучше есть, Honda или какая? Ну, какая? Да, машины у нас все подходят, кроме Лизины и Тарантаки. Нет, у нас все подходят. Honda Edison, которая подходит. Она больше не Лизина. Honda, какая? Одиссей? Серая? Которая большая такая, космический корабль. Серая, да? Ну, Одиссея там реально больше всего. Там двери и купе, это для меня самое важное. Дети не разбивают соседние машины, стены и так далее. Двери купе – это спасение просто для тех семей, у кого есть такая... дети. Повезло. Смотрите, какая большая толпа уток. Это утята на самом деле выросли. Да. А Маша вам не дала? Маша где? Они плыли. Вон где оттуда Маша? Аж плыли они. Вон кто-то один отстал. Ой, зайчик. Лежит, любуется природой, смотрит на уток. Хорошо так, мой зойка.